Всем добрый день, всех еще раз с праздником Великой Победы. Мы находимся на центральной набережной поселка Лазовская. И вот сегодня 9 мая, погодка не очень. Зато день хороший, знаменательный. Сейчас немножечко прогуляемся. Здесь хотел зайти на причал, но причал по-прежнему закрыт после его, так сказать, покраски. Пока еще стоят ограждения. И, увы, не получается нам с вами прогуляться по нему. Кафе «Кавказ», официанты все в пилоточках. Но там играет музыка, поэтому не буду вам показывать вблизи. Дождик. Перестань, мы поедем, перестань. Теперь мы в детстве. Но вряд ли он перестанет в ближайшие несколько часов. Что-то такое вот дождливое настроение. В то же время праздничное. Все нормально. Посмотрели парад Победы. Вспомнили. Хотя мы и не забывали про нашу армию. Вспомнили юность, скажем так. Хотя про себя сейчас. Ух ты. Море сегодня немножко суровое, но все равно красивое. Температура воздуха, когда я садился в свой автомобиль, я приметил, плюс 9,5 градуса. Не жарко, скажем так, но не холодно. Учитывая, когда ты учитывая то, что одеваешься в теплую одежду, так вообще хорошо. Вот такой вот получился коротенький дневной обзор. Ну, могу немножечко прогуляться здесь по набережной, по пляжу. Людей очень мало, очень мало. Я имею в виду на пляже, на самом кафешках сидят, да, трапезничают. Ну, люди же приехали отдыхать. Ну, так получилось, что немножечко не повезло с погодой последние дни майских праздников. Ну ничего, все наладится. Покажу вам уложенные уже тропинки деревянные на центральном пляже. Вот покрасили перила. И даже вот эту часть причала, обратите внимание, не все там дальше по-прежнему ржавое, но вот здесь вот, где в большинстве своем ходят трудящиеся и даже иногда отдыхает от злого солнца, хотя оно доброе, покрасили тоже. Кое-где по-прежнему торчат вот эти штыри. Так что надо быть аккуратным. Покрасили. Перила. Вот такое вот море сегодня. Всех еще раз с праздником. Ну и всем пока. До новых встреч. Будем ждать салют.